Да, вот очередной, блин, качнули здесь. Один застрял. Да, деревья упали. Сейчас будем распиливать, все вытаскивать. Все по новой. Да, это вот, вот это гнилое, вот это вот одно. Я это самое на место поставил. Цепь нашел инструмент. Что, переставляем насосик? Так, разжигаем костер. Печка у меня в багаже. Вот здесь ходим. Тогда так стоит. Пока низко можно сюда. Я потом ты вот сюда валил. Я думаю, если будет немцы лежать, мы его разберем по любасу. А если там не будет, то нет, то не будет. Ну ладно, хоть пределе они. Пора Чайковского попить. А вот та ложечка самая, которая в прошлом блиндаже Илюха нашел, которую, между прочим, вот такое клеймо здесь со свастикой, который мы вначале не заметили. Ну, ложка вообще шикарная, такой алюминий, такой плотный причем, да? Ну вот, потихонечку выходим на пол. У Илюхи показался какой-то ящик. Бочка здесь вылезла. Бочка использовалась как печь. Вода прется под пол, видно. Короче, думали, блин, не глубокий, но как и предыдущий тоже. Почти в рост. Так, сейчас Илюха будет бочка скрывать бочку. Закрыта крышкой. Сейчас открываем, а там она посуда прям полная. Только сначала надо глину убрать. Убрал. А, смотри-ка, да? А, она полная глина. Она полная глины, да. Ее надо доставать, там на дне может быть. Помнишь, Киришки ножик как достал? Да, там да. Почка, там нож. И колпак кто-то находил. Колпак был у Мединского. Буду копать, скажем. Так. Для обогрева. Ага, чтобы тепло держали, да? Да. Come on.
мы вышли. Так, у Илюхи там, о, провода-то какие вообще. Опа. Нулевые. Что там тянется дальше, да? А он, наверное, туда, в этот, вот в эту траншею идет. Конец этот. Главное, чтобы к растяжке не было. Нормально так белье сушить во дворе. Вообще шикарно. Натянул так. И кителя, комбинезоны сохнут. Гидерки висят. Офигеть, нормально. Нормально, да. Так, сейчас пойдем вперед тогда сюда, вот убирать тоже. Ау! Осколок. Складывай туда. Ну ладно, ничего. Так. Или обычная вода, да? Да. Качаем. Илюха говорит, что он что-то качает воду, вроде что-то показывает. Качаем второй раз. Раз. Ничего. Вроде дно уже. О, что-то показывает. Там, по-моему, портупея. Что это? Да, зацепчик. Или ранец. Ранцевый, может быть, тема. Или ранец, или портупея, короче. Ну, значит, запомни, где он, и идите дальше ищите. Потом после блиндажа все сигналы ваши выкопаем. А далеко, не? Да, близко. Точно 99? Да там было 99, я видел. Так, уже что-то намывает опять. Да, колыш, колыш. Не успел одно там что-то. Покажи колыш. Алюминиевый? О. Новый. Нормальный кол такой. Что за клемма? 35. Что, нормально. Погода у нас резко поменялась. Солнышко куда-то ушло. Набежали тучки. И пошел снег. А мы продолжаем. Показался ящик у меня какой-то. Думал сначала, что кусок бруса, но пробил. Оказался ящик. Ну ничего. Провода тут в углу какие-то скомканные. Там стенка уже дальше. Вот. Илюха поднимает уже там пол потихонечку. Открывает. Короче, работа идет. Так. Тут книжечка попалась. На полу лежала прям. Вот там вот. Дальше еще кожули идут. Всякие разные. Вот. Скоро будем открывать ящик. Оставайтесь с нами. Достали ящик. Вот такие вот тут надписи. Выжжены прям, действительно. Но ящик сам пустой, похоже, даже. Видно, что пустой. Ну, зато антуражный очень. Да, да. Нет, сейчас что-нибудь, я думаю, что будет. Так что такая фигня. Тут он мой пол очистил по квадратному метру. О, Илюха пошел. Пошел? Ничего нет. Ну, вытащи оттуда эту землю. Вытащи. Жалко, продолбил только я в нем дырку. По идее, может, на крышке что-то снутри написано быть, надо будет замыть. Вот такая фигня. Снег валит вообще просто. Посмотрите, какой сахар. Петли просто ходят. Как смазанное. Все, блин, даже не проржавели. Вообще. Красота. Лайкос. Появилась здесь гильза. Окопное творчество, похоже. Кто-то что-то рукоблудил здесь. Да, такое. Сейчас будем смотреть. Так, стеночка обрушилась. Сейчас зачищаю здесь. У Люхи там ящик очередной. Да. Вообще тут работы непочатый край. Здесь лавка была видна. Сидели возле костра, грелись, возле печки. Вот, так что
Все впереди еще, мы надеемся. Да, Люх? Да, сейчас 100%. Сейчас солнце выйдет, все высушит. Распокозилось. Да. Стало веселее копать. Вот Илюхин ящик такой весь в кожу. Новый.